Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Стоит ли мне спустя годы возвращаться к бывшему другу? Разрыв этих отношений был из-за неуважительного отношения ко мне, после чего он пытался вернуться, но я на тот момент не захотела какого-либо общения с ней. Но мне сейчас искренне интересно, как он хотел бы общения с ним, он на контакт идет тоже. Стоит ли возвращать это общение? Ну, смотрите, какая здесь ситуация? Ситуация здесь такова, что если вы просто, ну, как-то интересуетесь человеком, да, ну просто, вот если он вам интересен, просто, то да, конечно, можно вернуться, можно пообщаться, можно узнать, как он и так далее. Но неуважительное отношение к вам, оно, скорее всего, никуда не денется. Это вот то, что нужно понимать. На мой взгляд. Вот. Нужно понимать, что ничего не изменится, что человек, скорее всего, как, ну, относился к вам неуважительно, так и будет относиться к вам неуважительно. Вот, скорее всего, потому что, ну, неуважительно, к вам она возникает из культуры человека, вот. И, скорее всего, ничего не изменится. Вот. Поэтому вам желательно быть готовой к тому, что ситуация, ну, повторится, вот, понимаете, да? Вот. Поэтому я думаю, примерно такой ответ вам можно дать. Вот. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Понимаете, да? Какая история. Как-то так. Вот. Вам, обратите внимание, нужно увидеть, чего вы хотите. Просто узнать, как он. Или каких-то более близких отношений. Понимаете, да? Потому что тут ваши ожидания могут столкнуться с реальностью, которая может оказаться довольно-таки
травмирующий. Вот. И негативно. Особенно если вы ждете, что человек так вести себя уже не будет. Вот. Понимаете, да? Такая вот история. На этом все. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.